Чистоты не хватает крупнейшему острову озера Байкал. В этом убеждены общественники. Поэтому в начале июня на Ольхоне планируют провести масштабный субботник. А сейчас объявлен сбор средств для проведения мероприятия. Всего требуется около 60 тысяч рублей, об этом сообщает Байкал-Инфо. Собранные средства пойдут на покупку необходимого для уборки инвентаря, порядок будут наводить волонтеры. Субботник на острове проводят не впервые, но обычно мероприятие полностью финансировали спонсоры. В этом году они также сделают свой вклад, но его будет недостаточно. Во-первых, планируется большое количество участников, около 300. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, раньше весь мусор собирали вместе. На этот раз различные виды отходов будут складывать отдельно, затем их планируют отправить на переработку. За 5 дней субботника планируют привести в порядок окрестности поселка Хужир. Уборка также будет проходить и в других частях острова.